Раком будеш ти в мене стоїть, а я буду ззаді тебе. Блять, нож в спину, блядь, піхать. Щоб ти, сука, кров'ю істікав. Да. Грустно, печально. Ну, хоть на охранника можно взорваться. На чихуа, похоже, когда злюсь. О, ты ж скотыняка, блядь. Иди весь бы закусаю. Де ти бачиш цицьки? У мене їх нема. Он наказан, падла, блядь. Составила. Неважно, що сделал. О, ты уже здесь? Тебе пропадал. Ну, сейчас я тебе уже сказала, что я натворил. Не скажу. Плохие вещи творит, вот и наказала. Не. Не из этих вещей, не, туалета не касается. Сука, где моя кофе, нахуй? О, ты мой защитничек. А чё, нельзя мне быть такой резкой? Привет. Кем живешь? Это как? А кто я, по-твоему? Я что-то не въезжаю. Охранник, не заёбуй. Ой. Еда, веди, да. А, куда вы там собрались? Леп, что больше есть? С маникюром, да, не получилось. Не мы с ним не подружились. Какой же самообман, блядь. Какой ужас. Боже, даже до ручки моей доколупалась. Мать вашу, кабак. Серьезно. Вы вообще там адекватные? Нет? Походу нет. Дякую. Привет. Можешь, в принципе, не писать, просто молчи, ради бога. Можешь, в принципе, выйти отсюда, я даже, ты знаешь, не обижусь. Блять, не трогай мою ручку.
охранник, ты сейчас допиздишься, у меня сегодня нема настроения с тобой усраться. Ты куда, босс? Я не в школе, я свое отучилась. Спать хочу, бляха-муха. Тут будешь? Добро. Нет, я бездельничала в школе. Пацанов пиздила, таких как ты. Угу. Какой-то у меня сегодня лентяйский день, ничего не хочу. Да, тогда тут все ясно. Нормально, твои как дела?